И вот еще вот такой вот диск. Вот это вот новый жесткий диск для ноутбуки. Новая версия. Если набирается 1500 подписчиков, то я из своего компьютера достану жесткий диск и разберу, что там, ну, в нем внутри. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и чтобы я побыстрее разобрал. Вот такая вот база маленькая. Тут еще такая пленка была. И тут чип подключилось. Тут надо еще меньше, чтобы сейчас попробую найти. Да, все поменьше. Вот я уже сдер крышку. Ну вообще для кого-то. Меньше таких железа, чем консервная банка. Почти как фольга. Это за 20 років разница. Меньше, чем консервная банка. Вот такая вот толщина, как, наверное, как консервная банок 30, может. 40. Такие вот маленькие. И вот такие вот двойки. Диск. Мне интересно, какие... Тут будет магнит. Наверное, эти тут уже самые маленькие. Такие вот маленькие магниты вообще. Такие. И это еле болты даже. А так точно такие же самые. Даже вот за вот штуку, а такие уменьшены. Ну точно такие же самые, такие все уменьшены. Вот такие вот. Точно такие же самые, такие уменьшены. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока. Не забывайте, если будет 1500 подписчиков, то я разберу свой жесткий диск с компьютера и подавлю, что там. Там скачанные игры и всякие такие. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока.